Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют день Тимена и Анфисы Рябинницы. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память преподобного Тимена Великого, преподобных Кукши и Пимена Постника Печерских, Ближних Печерах, святителя Осии, исповедника епископа Кордубийского, святителя Ливерия, исповедника Папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы Новой, преподобного Савы Венефальского, священномученика Стефана Немкова, пресвитера, и с ним 18 мучеников, священномученика Павла Фокина, пресвитера, и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.